Чувашия укрепляет партнерство с Белоруссией. В Минске провели заседание рабочей группы по расширению сотрудничества двух республик. Итоги официального визита подвели сегодня. Беларусь – стратегический партнер Чувашии. Только по итогам прошлого года внешнеторговый оборот превысил 4 миллиарда рублей. Сейчас свою продукцию в Минск поставляют более 20 предприятий нашей республики, но этот список может быть расширен. Белорусские партнеры проявляют интерес к строительным материалам и лакокрасочным покрытиям. А в «АЛЛАТРИ» может открыться сервисный центр Минского тракторного завода. Есть и другие договоренности. Компания «Фердавиль» тоже, это у нас производитель лазерного оборудования, сегодня организует совместно на территории Республики Беларусь предприятие с компанией «ВИЗАС», это тоже крупная компания по производителю обрабатывающего оборудования, для того, чтобы поставлять лазерные станки на рынок Беларуси. Кроме того, на базе сельхозакадемии договорились о создании учебного класса Минского тракторного завода.